Приветствую вас. Я бы сказал, что, вероятно, у вас есть проблемы с вниманием. Вот, потому что то, что вы описываете, это довольно-таки серьезно. Вот, то есть это не выглядит как просто ваша особенность, это выглядит как именно проблема, к сожалению. И мне кажется, что, ну вот, если, например, вы согласны с тем, что это проблема, да, если вас это беспокоит, если вы хотите это изменить, то изменить это, в принципе, более чем реально. Достаточно просто поработать, достаточно просто рассмотреть конкретно то, что представляет из себя ваша проблематика, то есть почему вы не можете, ну, допустим, да, там, к примеру, запомнить информацию, которая вам нужна, да, и, ну, если она вам нужна, если вам, да, если она вам интересна. Вот, и так далее. То есть, как мне видится, идея здесь, в частности, в том, что вы испытываете в какой-то степени тревожность. Вот, как мне кажется, вы испытываете тревожность достаточно сильную. Вот, что, вероятно, и мешает вам, ну, запоминать, вот, что, вероятно, мешает вам, как раз таки, какие-то вещи, ну, помнить, вот. И так далее. Но здесь, конечно, не все так очевидно. И нужно более подробно этот момент исследовать. Вот. Ну, желательно, по крайней мере, более подробно этот момент исследовать. Вот. Это то, что касается внимания. Может быть, вы говорите в том числе и про недоверие, недоверие источникам информации, которая вот у вас есть, то есть вам лучше там, допустим, грубо говоря, самому прочитать, вот, чем услышать. Вот. Ну, здесь, опять же, есть свои моменты. Есть свои моменты, вот, которые нужно исследовать и которые сейчас, вот именно сейчас, не совсем ясны, просто в силу того, что слишком мало информации. Вот. А вас, именно о вас слишком мало информации. Вот. Ну вот, примерно такой ответ я мог бы вам, наверное, дать. То есть, не критично, конечно, то, что вы описываете, не критично. Но и приятного мало тоже. Спорить, я думаю,
с этим вы не станете. И если так, то, наверное, лучше этим заняться. Потому что вам наверняка хотелось бы жить полной жизнью или более такой, ну, более яркой. Вот. Я думаю, так. Можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. С учетом информации, которую вы предоставили. Вот. Ну, это не совсем. Точнее, это связано с психологией. Вот. Но это скорее такая общая психология, чем психотерапия, да, здесь. Вот. Но вполне вероятно, что проблематика за этим, за вот с тем, что вы описываете, вполне вероятно, проблематика лежит вполне психотерапевтическая. Вот. То есть это, по сути, связано с тем, как вы воспринимаете информацию, которую получаете, как вы к ней относитесь. Вот. Очень важно это. Так что я бы не рекомендовал вам относиться к этому, знаете, вот так вот, ну, попустительски, да, спустя рукава. Я бы рекомендовал вам поисследовать это более подробно, вот, чтобы не, ну, чтобы не упустить возможность раскрыть себя, раскрыть себя и свои способности, да, свои возможности на все, ну, на полную, то бишь. Вот. Я думаю, так, можно ответить вам на вопрос. Вот, давайте мы с вами, наверное, на сегодня закончим. На данный момент мы с вами давайте закончим. Вот. Потому что ну, много получается уже. Вот. Если вы хотите поработать, если вы хотите поисследовать это, вот то, что с вами происходит, допустим, то обращайтесь к психологу, и мы с радостью вам поможем. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вы все узнаете, что все можно исправить. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго.